Вот маленько отбросил, а вытащил кое-как. И вот сразу уровень упал. Вот он, что там творится. Вот так вот. А у нас администрация говорит, что денег на это нету. Вот такие вот здесь бревна выносят. На наши письма администрация говорит, мы все почистили, мы, говорит, весь лес вырубили. А вот смотрите, вот это вот все, вот это все ветки от этого леса, вон оттуда, все сыпется сюда и все забивает. Вот смотрите, все залило теперь здесь. Если бы меня не откинул, до нас там дошло бы и затопило. Вот такие вот тут веселые чудеса и океаны происходят. Вот так вот. Сейчас покажу, как Борскую залило. Если получится тут. Вот смотрите, какой там океан. Видите? Там бассейн. Там такой огромный объем воды туда вылился. Вот отсюда прям шпарило. Вот так вот. А наша доблестная администрация пофиг. У нас топят гаражи. А им все наплевать.